А как мы здесь живем? Как наши дети в школу ходят по грязи? Придет ребенок в школу мокрый, грязный. Валентина Васильевна, как и десятки жителей улицы Линейной, возмущены работой подрядчиков, которые оставили после себя перекопанные дороги. Дело в том, что по госпрограмме на этой улице провели водопровод. Трубы заложили, закопали, но дорогу не восстановили. Ни воды нету, отчитались. Воду провели, свет провели. Где все это? Ни воды, ни свету нету у нас. Свет у нас свой есть, а городского света до сих пор нету. Проблемы с дорогой не только у жителей этой улицы. По словам жителей, на соседних ситуация не лучше. Жители улицы Энергетиков называют ее проклятой. Здесь еще летом якобы проводились ремонтные работы по прокладке водяных труб. Работы закончены, но дорогу так и не отремонтировали. Посмотрите, дальше идем. Видите, что здесь не только на машине, да и пешком ходить проблематично. Осадки размывают дороги настолько, что машины скорой помощи не могут добраться до больного. Из-за дорожной проблемы страдает и бюджет многодетной матери Раи Баймахановой. Она рассказывает, что вынуждена часто покупать детям обувь. Испытания грязью детские сапоги и ботинки не выдерживают. Ну сколько можно? Как так вообще? Мало того, что нас за людей не считают, еще и нормально дорогу не делают. Мы уже молчим о том, что нам воду, обещанную год назад, не дают. Они еще и дорогу разворотили и забыли нас тут. Я буду бороться и буду добиваться того, чтобы нам хотя бы дорогу сделали. Мы не звери, в конце концов. Сами подрядчики оказались в курсе ситуации. Они заверили, что все минусы устранят. Работы на данном участке начались еще в 2013 году. Территория большая. Эту дорогу мы к апрелю этого года обещаем отремонтировать, чтобы жителям не составляло труда передвигаться. Мы приносим извинения перед жителями. К апрелю будет хорошая дорога. Жители дачного участка Кайнарбулак надеются, что их дорожная война закончится. И в ближайшее время разбитые дороги отремонтируют, и можно будет передвигаться без проблем. Шудин Саидов, Амандай Ольбеков, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Утрар».